Вот, мы в машине с Вовой дальнобойщиком. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Это мы были сейчас на задании по Вовиной работе. Отнесли коллегам там передачу, и машины поехали на Милан. И Вова говорит: «Эдя, а что ты не снимаешь?» Я так: «Ё-моё, что ты, говоришь, не радуешь людей съемками?» Это вот я сейчас снимаю благодаря Вове. Вот он мне позвонил, говорит: «Эдя, приходи, мы сейчас, есть машина у коллеги, и поснимаешь заодно». Вот я сейчас вам снимаю. Вот это вот то, что вы видите, перекресток. Это Полтавское шоссе с Дурлештами, перекресток. Вот туда Дубрава. Дубрава. Дубрава, там бы я хотел иметь один из домов. Дубраве, с видом на Гидигич. Вы знаете мое пристрастие к недвижимости. Хотел бы иметь дом в центре Кишинева, один дом в Дубраве, один дом в Болгарии на берегу моря. Вова смеется. Да. Вот сейчас мы поедем через Дурлешты. Или нет? Нет. Вова передумал. Мы едем обратно по Полтавскому шоссе. И как, по Энгельсу поедем или по другой? Поехать по Энгельсу, поедем. Вот Вова говорит, поедем по Энгельсу. Вот мы по Кабутке сейчас опять заезжаем в Кишинев. Видите, там вот знак Кишинев. И он или показывает, или конец, или начало перечеркнуто. Видите, вот желтый такой знак. Что он показывает нам? О, смотрите, как Дурлешты. Интересно. А, Дурлешты кончились. И начался... Кишинев начался. Вот так вот, понимаете, через 15 метров начался Кишинев. Вот. Как будто мы не знаем, где мы находимся. Нет, это мы знаем. Да, вот тут сделали заезд на Энгельса, кто не знает, еще со стороны Полтавки. Сквознячок такой. Раньше нужно было там через Деляну, Именеску бывшую. Сейчас вот мы сразу попадаем на вечерние Буйканы, на центральный Буйканский проспект, проспект Энгельса, ныне Алба Юлия. Кто здесь жил, всем привет. Кто работал на заводе Альфа, как и ваш автор, оператор, всем большой привет от альфовцев. Вот еще фонари не включили, сейчас переходный момент, но еще фонари не включены. Да, погода... По Альенде, да, Вова, ты хотел сказать по Альенде. Ну что, да. У нас баба Евдоховская погода сегодня. Нормально. Нормально. Вот сейчас с левой стороны будет рынок Дельфин. Для меня до сих пор загадка, почему он называется Дельфин. Вова, ты не знаешь? Не знает, Вова тоже не знает. Вот рынок Дельфин с левой. Он где-то работает. Я знаю, где он работает. Я не был, но я знаю тот цех. Мы там арендовали напротив, между общагами. Там стадион еще, да, прямо? Да я не знаю. Нет, тут как-то по этой дороге. А я знаю как. Или тут, около этой заправки. Тут? Я знаю. Хочешь заехать к Артему? Да нет, печка пойдет. Да, печка, да. Мы же оставили печку в гараже с Вовой. Да, вот это все очень трудно узнать. Некоторые места в Кишиневе. Что, ты хочешь заехать? Ну, не знаю. Оп, вот, маршрут наш перестроился. Сейчас я буду штурманом ОГО и покажу ему, где он работает, его сын, потому что мы там арендовали когда-то. О, Вова, представляешь, 15 лет прошло с тех пор. Прямо. Вот тут понастроили, блин, был пустырь такой. Помните, мы сюда и ходили пешком на... Чем направо, да? Да. Ух ты ж, ё-моё. Мы не туда заехали, да? Туда-туда. А, не туда, давай налево. А мы тут выйдем как-то? Да-да-да. Должны выйти. Вот видите, как строят новострои. Посмотрите, один дом возле другого. Это просто... Это просто фантастика. И дома так высокие. Так мы не туда заехали, да? Немножко не туда, да. Не развернуться? Наверное. А вот уже Альфа. Вот там дорога. Там есть дорога вперед? А ну, давай вперед.
Видите, как штурман решительно скомандовал вперед. И все правильное решение. Только вперед, брат. Вот тут наворотили. Йоксель-моксель. Вот сейчас направо. Да, вот ЦКЦ. Вон там, видите, вот это вот ЦКЦ. Вот. Мы на правильном пути. Е-хе-хе. Как тут все изменилось. Да. А там, видно, другой заезд есть, да? Есть. Я покажу тебе. Будем выезжать, как по-другому. Поедем. Да, еще вперед. И у него цех с правой стороны. Где-то. Ниже даже. Вот училище Альфы, дорогие друзья. Тут у нас была мастерская от завод. Машина стоит. Да я не помню где. Вот здесь, может быть. Не. Вот там еще цех есть, дальше, вниз. Вот это училище Альфы. Вот видны нам, вперед видны турлешты. Вот здесь, наверное. Да, вот здесь. Вот здесь, вот, наверное. Тут очень много машин внутри. Там еще один был ниже. Не, вот здесь. А ну позвони. Позвони Артему лучше сначала. Так. Вот мы сейчас узнаем, где работает Артем. Арендует цех по ремонту автомобилей.